Здорово, парни. Здорово, Гера. Короче, если кто из Архангела Городца смотрит, появилась тема нормальная в Бристоле. Советую. Мороженое наивкуснейшее, шикарное. Ну, такая херня. 35 рублей. Обалдеть. А это не скидка на водяру. 2 литра пива обошли 165 пива. Все, я заканчиваю. Закончим, покажем, что из этого получилось. Блять, с работы пришел, 5 часов домой. Лег спать. 6 Димас звонит. Блять, разбитый весь. Ладно. Давай, попозже включусь. Итак, парни, к нашим тараканам. Кто-нибудь, что-нибудь может сказать про вот эту рукоять? Обратите внимание. Понятно, что она еще подсточится до ДТП, но тем не менее. Да. Дай свой. Второе, обратите внимание на форму. Да? А те, кто считает, что это слишком просто, вообще я выскажу не только свое мнение, но и Димаса. Парни, вот это для нас, да, Дима, это премиум рукоять. Вроде бы просто, но и сложно. А вот так вот посмотришь, да, так а что, просто там грибочка, нет, там т.д. т.п. Ну просто же, да? Изъебнись. Нюансов тоже много. Но вот именно эти ножи, это два таких будут конкретных резака. Да, Димас? Тонкость. Вообще, сведение тоненькое. Вот ты, вот, вот ты взял. Да, где-то что-то. Ладно. Мы будем дрючить. Трубочки вставили. А вы смотрите, что у нас из этого получится. Натерся тоже горучничок. Смеш. В очередной раз. Откроем вам тайну определенных нюансов. Материал вот это разный. И обрабатывать его нужно. Чем длиннее брусок, тем лучше. Правильно, Димон? Конечно, он полнее все будет. Ну и КПД у бруска будет лучше. Наждачка. Ну поняли, туда-сюда. Об этом уже миллион раз говорил, сейчас просто придаем форму. Здесь, здесь яйцо это, т.д. и т.п. И все вышлифовываем. Так что вот так вот, ребята. С просоней говорить что-то не желания особо нету. Наверное, мы сейчас посмотрим Барата. Да, Димас? А хули, что делать-то? Ничего. Вот. А в итоге покажем, что у нас получилось. Вот так вот сидим и подгоняем. Это мало ли кто там. Новые люди подписываются, не знают.
Видосов полно таких. Есть видосы, как сделать нож. 5 серий там на канале. Да, все, вот и до. Начиная, как нарезать, потом гриндер, т.д. и т.п. Так что вот так. Ладно, что? Работа эта монотонная. Поэтому мы, наверное, заснимем вам финальный результат. Что же получится? Поэтому вот так. А когда я заснимем, что получится, там уж я вам покажу их во всей красе. Чуть позже. Вот и закончили. Вот это первый. А вот второй. Это два аккорда. Лезвие надо оттирать от этих растворителей, нет? Ну, это два резака конкретно, чтобы подрезать. Либо вот так можно брать вот шкуру там. Вот. Приведем в порядок, заточим. Сделаем нож. Простые. Дорого-богато. Да? Димон? Сейчас лезвие все заляпаю, блин. Вот такие, брат, дела. А мы домой.